А вот какие последние достижения Роскосмоса за последние 10 лет вы можете назвать? Ни одного, наверное. Честно. Ну, все так плохо? Ну, где-то летает они на этот, как его, на орбиту, и все. И больше ничего серьезного, даже не интересно. Никаких, наверное. Наверное, спутники переоборудовали. Спутники переоборудовали? Да. Метеорит упал. Что же еще не могли? Новые космические станции. Какая космическая станция? Вот этого я не знаю. Ну, получается, создание новой ракеты. Именно сейчас как название не помню, забыл. Получается. Я бы не сказал бы особо много достижений. В основном мы продвинулись в двигателях, также в экспортах этих самых двигателях, именно на тот же самый Запад. Ну, самое последнее достойное достижение, я считаю, это достижение в Сирии. Да, наша победа. А космос, то, что все на наших челноках летают, и американцы, и все космонавты летают на наших челноках. То есть они ничего не придумали, все другие ученые всего мира. То есть все сделали наши российские, поэтому я очень горжусь своей страной.